А это что ж, началась война, да? У меня тетя кончила 10 классов вместе с подружками. И их сразу, ну, в общем, призвали в армию. Призвали, они там вместе, наверное, побыли. Двух девчонок оставили. Нет, одну. А двух вернули. В том числе и мою тетю. А папа не работал на почте. У него вроде брони была. А когда вернулась, моя тетя-то, есть кому теперь заменить. И папа призвали на фронт, а она стала работать на почте. Работала 16 лет. Вот так. Ну, сначала письма получали, да, 42-го года. А потом я иду учиться на командира и больше, наверное, может быть, и не вернусь. И поэтому все уж там написал, так все хорошо, все. А мы все равно ждем, ждем. Особенно я ждала, думаю, нет, придет, он мне шубку должен привезти. Ну, что ж, я маленькая, мне 2 года было. И так вот и не дождались. Потом без вести пропала. Когда закончилась война, нет, мужчин-то у нас многие пришли, кто без ноги, кто без руки, кто раненый, вот, а его вовсе нет. А тетя работала на почте, и мы начали писать военный комиссариат. И так они нашли, и так они вернулся. И сейчас, и я в Москве была, и там электронные книги на Поклонной горе, прям нажал на это. Все, высветилось, мой батя, без вести пропавший, все. И Сережа тоже все там везде, все поднимал, бесполезно. Вот так. Ну что, война, война – это большущая беда в мире, это война. А наша Великая Отечественная война – самая большая за всю историю. Что тут говорить, 27 миллионов жертв наших, этого не было никогда. И нельзя допускать, чтобы еще когда-то произошло. Во время войны гармонисты были в моде там, и артисты ездили, концерт ставили.